Дорогие друзья, вас приветствует магазин техники «Хочу iPhone». У нас в продаже iPhone 14 Pro в таком красивом черном цвете. Данная модель на 256 гигабайт. В комплекте только шнур, к сожалению, коробочка не сохранилась. Коротко по внешнему состоянию данного смартфона. Сзади смартфон у нас в очень хорошем состоянии, я бы сказал, состояние близко к идеалу. По торцам состояние тоже хорошее, присутствуют небольшие потертости на рамке с угла. Дисплей также в очень хорошем состоянии. Есть буквально 2-3 микроцарапинки, которые никак на работу не влияют. Наклеить защитное стекло, и их будет не видно. Как я вам уже сказал, данная модель на 256 гигабайт. Имейте в виду, телефончик у нас Америка. Что это означает? Это означает, что у него есть модуль 5G, вот вы его видите. И также с 14 серии это означает, что у него нету слота под SIM. Данная моделька на две электронные симки. Две eSIM. Физическую симку сюда не вставить, слота нет. Имейте в виду, для кого-то это очень важно. Состояние аккумулятора у данной модели 100%. Что хотелось бы сказать? iPhone полностью исправный, все функции работают идеально, ничего не менялось, ничего не ремонтировалось в данном смартфоне. Такой вот красавчик от компании Apple, iPhone 14 Pro в черном цвете на 256 гигабайт.